Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Счастье – самое главное для любого человека. Множество мудрецов, а также и народ, веками собирали, примечали и передавали из века в век счастливые приметы. Позитивная примета воздействует на человека на подсознательном уровне. Она настраивает его на оптимистичный лад, программирует на хорошее и вселяет уверенность. Прислушиваться к приметам полезно. Это способствует выполнению любого дела без помех и сомнений. Счастливые приметы окружают нас повсюду, нужно только увидеть их. Вот некоторые счастливые приметы, которые привлекают удачу. Если это видео окажется для вас полезным, то подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Увидеть радугу в феврале – жизнь изменится в лучшую сторону. А также, если вы увидели радугу во сне, это к огромной удаче в жизни. Найти на дороге старый ржавый гвоздь – это очень старая счастливая примета. Найти гвоздь гораздо проще, чем увидеть февральскую радугу. Чтобы к вам потянулось счастье, гвоздь необходимо подобрать и положить себе в карман. Ржавый гвоздь – это символ мудрости, способный привлечь позитивную энергию и прогнать несчастье. Найти старый ключ, покрытый ржавчиной – открыть путь удачи. Случайно наступить в навоз правой ногой – к огромному везению и богатству. Найденная подкова приносит в дом счастье. Если повесить ее над дверью концами вверх, то дом будет полной чашей. А если загадать желание и выбросить за спину, не глядя, то загаданное обязательно исполнится. Найти змеиную шкурку – привлечь удачу. Найденную шкурку необходимо закопать под крыльцо или положить под ковер порога. Так вы сможете привлекать везение в свой дом регулярно. Лягушка, сама прискакавшая к вам в дом, к деньгам. Встретить лису в ее естественной среде обитания – к большим деньгам. Благоприятная примета, если встретить паука. Снять с себя большую мохнатую гусеницу – к удаче. Чем больше будет гусеница, тем лучше. Встретить рыжую кошку – знак того, что в скором времени вы получите моральную поддержку от близкого человека. Такой знак приносит добро и благополучие. Если рыжая кошка или кот перебежали дорогу, то ваши начинания и дела обязательно закончатся успехом. Никогда не прогоняйте рыжего кота. Постарайтесь приласкать и накормить кота, чтобы привлечь к себе удачу. Попасть под дождь по дороге на важную встречу предвещает вам удачу и везение в любом деле. Намокнуть под дождем, идущим при ярком солнце, к большому счастью. Собраться в путь, когда идет дождь, к спокойному и легкому путешествию. Вторник и суббота – самые хорошие дни для путешествий и поездок. Перед отправлением в долгое путешествие нужно сжечь старую обувку. Это принесет удачу в пути. Посадить дома фикус – благоприятная примета, которая привлечет благополучие и удачу в дом. Разбить на мелкие кусочки посуду – к счастью и долгой счастливой семейной жизни. Если вы затеяли переезд в другое жилье, то следует это делать на растущую луну. Так новый дом будет в достатке и благополучии. Если хранить ракушку на работе, на рабочем столе, это принесет вам прибыль и позволит расти карьере. Если муха упадет в вашу кружку, это к неожиданному денежному подарку. Если посчастливилось найти клевер, четырехлистник или цветочек сирени с пятью, то смело загадывайте свое самое заветное желание и моментально съедайте сорванный четырехлистник. Погладить живот беременной женщины, позвать к себе любовь и радость. Чихнуть за обедом, приманить счастье на беседу. Дочка, похожая на отца и сын, похожая на мать, обязательно будут счастливы. Нечаянно пролитая вода – к утешению в печали. Пробуждение на восходе солнца сулит удачный день. Найти на берегу куриного бога – это камень со сквозным отверстием. Огромная удача. Аист в небе – к любви и детям. А если вам повезет и аисты совьют гнездо на вашей крыше, то быть вашей семье всегда крепкой и счастливой. Севшая на вас Божья коровка с нечетным числом точек – к удаче, а с четным – к исполнению желания. Встретить женщину, несущую полные ведра, поймать удачный день. То же самое вас ждет, если встретится мужчина с пустым ведром. Если у двух друзей дети родились в один день, это крепкой дружбе между семьями. Правое ухо начинает сильно чесаться, когда о вас говорят хорошо. Левая ладонь зудит к получению денег. Случайно надеть чужую шляпу к новому интересному знакомству. Спрятать лавровые листья под своей подушкой
увидеть хороший сон. Кот, чихнувший около невесты, сулит ей счастливую супружескую жизнь. Если и жених, и невеста косоглазят, семья у них будет счастливой. Ребенок, который родился 1 числа, будет жить очень долго. Рожденные в воскресенье дети получают сильную защиту от чертей. Пузырьки на поверхности чая в вашей чашке – поцелую. Если муж и жена, не сговариваясь, наливают себе чашку чая, то скоро у них появится ребенок. Ласточки, гнездящиеся под вашей крышей, принесут в дом понимание и любовь. Кукушка накукует вам исполнение желаний, если загадать их вслух, пока она не замолчала. Всем известно, что добро возвращается добром. Если накормить побежавшую за вами бездомную собаку, вы вполне можете получить вознаграждение у судьбы. Прилетевшая на рассвете синица – к выздоровлению больного родственника. Подаренная цветная тарелка – к богатству и изобилию. Чем ярче подарок, тем выше будет финансовый успех одариваемой семьи. Рассыпавшийся сахарный песок – к любви и семейному счастью. Получить в подарок восковые свечи – к замужеству. Встретить на улице двух людей в одинаковой одежде – знак, указывающий на удачу в текущих делах. Встретить зеленоглазую девушку, которую зовут так же, как и вашу мать, к удаче в любви. Потерянное, а потом неожиданно найденное украшение – к возвращению старого друга. Потерять сережку – к новому знакомству. Потерять зонтик – к неожиданной встрече. Споткнуться левой ногой о порог – к удаче в любви и семейному счастью. Также существуют вещи, которые притягивают удачу. Их наличие способствует благополучию и счастью. Считается, что красная входная дверь способна притянуть удачу. Согласно фэншуй, если ваша входная дверь направлена на юг, то вам крупно повезло. Колокольчик на двери. Когда кто-то входит в дом, издается перезвон. Считается, что колокольчик защищает дом от злых духов и плохой энергетики. Разместите мини-фигурку слоника в своем доме и защитите семью от потока негатива. Свежие цветы привлекают успех. Не храните дома увядшие или засохшие цветы. Благовония. Считается, что дым, исходящий от благовоний, очищает жилище от негатива и привлекает положительные вибрации. Тарелка цитрусовых в доме также привлекает богатство и успех. Держите на столе лимоны, апельсины и мандарины. Свободный незахламленный вход в жилище приносит удачу. Беспорядок у входа считается предвестником несчастья. Вода символизирует богатство, счастье и удачу. Пруд или небольшое озеро рядом с домом – это к большим деньгам и удаче. В доме это может быть аквариум. Горный хрусталь. Горный хрусталь не только привлекает деньги, но и сохраняет и приумножает их. Доверять счастливым приметам или нет – личное дело каждого человека. Но хорошие приметы всегда позитивно влияют на эмоциональное состояние человека. И потому большинство людей все же стараются прислушиваться к ним. Я желаю вам быть счастливыми и позитивными. Не забудьте подписаться, а также переходите в наш телеграм-канал. Там вы узнаете намного больше и не пропустите новые выпуски. До новых встреч!